Будьте готовы изменить планы. Скорее всего, день будет складываться совсем не так, как вы рассчитывали, так что придется импровизировать и быстро что-то придумывать. С этим хорошо справятся даже те, кто обычно не любит принимать решения в спешке и всячески избегает ситуаций, в которых это может быть необходимо. Первая половина дня подходит для того, чтобы проявлять инициативу, и в делах, и в личных отношениях. Позже наступит подходящее время для того, чтобы исправить давние ошибки. Это окажется проще, чем вы предполагали. Овен, не ссорьтесь даже с теми, кто как будто специально старается вывести вас из равновесия. Ищите компромиссы, старайтесь сглаживать острые углы. Так вы заметно упростите себе жизнь. Интуиция поможет догадаться, что на душе у окружающих. Благодаря ее подсказкам вы станете лучше понимать тех, с кем прежде не ладили. День хорошо подойдет для решения финансовых вопросов. Тут вам будет сопутствовать удача. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки. Некоторые овны найдут новый источник доходов или поймут, как можно заработать на давнем хобби. Телец, мечтайте, но не стройте иллюзий. Этот день хорошо подойдет для разговоров о будущем, обсуждения планов. Вы будете смотреть на вещи реально, и ваши советы пригодятся многим. Общение с давними знакомыми натолкнет на интересные мысли, поможет по-новому взглянуть на то, что казалось привычным. Вторая половина дня даст шанс преодолеть давние разногласия, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Может неожиданно выясниться, что причиной разногласий было лишь недоразумение. Оно останется в прошлом, а гармония в отношениях восстановится. Близнецы, не переживайте из-за мелочей в первой половине дня. Какие-то трудности в это время могут возникнуть, но вскоре влияние позитивных тенденций усилится, вы заметите перемены к лучшему. Поднимет настроение общение с давними знакомыми, очень приятно будет встретиться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Вторая половина дня будет очень плодотворной. Вы справитесь с несколькими делами, до которых в последнее время не доходили руки. Многое окажется проще, чем вы думали, так что помощь вам не потребуется. Однако ее наверняка предложит человек, который вам не безразличен. Рак, не беритесь за дела слишком рано, если в этом нет необходимости. Утро хорошо подойдет для отдыха, приятных, неутомительных занятий. Потакайте своим капризам, если обстоятельства это позволяют. Это самый простой и эффективный способ пополнить запасы энергии, подготовиться к будущим свершениям. Во второй половине дня многое будет получаться хорошо. Если есть серьезная и непростая задача, требующая решения, именно на ней стоит сосредоточиться. Вечер подойдет для романтического свидания, оно надолго запомнится обоим. Лев, беритесь за то, к чему лежит душа. Интуиция вас не подведет, благодаря ее подсказкам вы выберете из нескольких возможных дел самое перспективное, многообещающее и интересное. Возможно, вы отложите то, что запланировали, и сосредоточитесь на чему-то совершенно новом. Жалеть об этом наверняка не придется. Обсуждение важных вопросов лучше не откладывать надолго. В первой половине дня вам будет легко найти общий язык с самыми разными людьми. И неважно, насколько близко вы с ними знакомы. Позже наступит время споров, порой полезных, но неизменно утомительных. Дева, будет легко добиться успеха в новых делах. Звезды на вашей стороне смелым начинанием часто сопутствует удача. Вы они наверняка согласятся. Вторая половина дня – время, когда особенно важно не переживать и не расстраиваться из-за мелочей, стараться смотреть на вещи позитивно. Если вы справитесь с собственными негативными эмоциями, то и все трудности, которые могут возникнуть, наверняка преодолеете. Весы, многое сложится удачно, если вы не будете пытаться решить все задачи в одиночку. Рядом есть люди, желающие помочь, дайте им такую возможность. Даже самые скучные дела станут интереснее, если заниматься ими вместе с приятными людьми. Вероятны незапланированные поездки. Скорее всего, они будут связаны с какими-то приятными событиями в семье, веселыми хлопотами, поднимающими настроение. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с близким человеком. Благодаря какому-то неожиданному и удивительному событию вы станете гораздо лучше понимать друг друга. Скорпион, пора поговорить о каких-то важных вещах. Уже утром вы поймете, есть вопросы, обсуждения которых лучше не откладывать. Нужные слова найдутся, даже не сомневайтесь. Вы спокойно и дружелюбно выслушаете человека, который в чем-то с вами не согласен, и это станет первым шагом к решению, которое понравится вам обоим. День принесет приятные события, в том числе такие, о которых вы втайне мечтали. Может сбыться давнее желание. Воспользовавшись благоприятным стечением обстоятельств, вы осуществите то, что прежде казалось невозможным. Стрелец, будьте терпеливы с близкими. Сегодня найти с ними общий язык будет порой нелегко. Разногласия могут возникать из-за пустяков,
а окружающие не всегда будут понимать вас правильно. Но в ваших силах избежать конфликта, сгладить острые углы, сохранить хорошие отношения со всеми. Для любых важных дел вторая половина дня подойдет лучше, чем первая. Будет проще сосредоточиться и расставить приоритеты, вы не станете отвлекаться на пустяки. Интуиция подскажет, как успешно завершить дело, казавшееся почти безнадежным. Козерог? Какими бы странными ни казались идеи, которые появятся у вас сегодня, не спешите от них отказываться. Возможно, вы вернетесь к ним чуть позже, когда сложатся более благоприятные обстоятельства, осуществите задуманное и останетесь довольны результатом. Окружающим не всегда будет понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. Но это не помешает договориться о совместных действиях. Первая половина дня будет плодотворной и насыщенной. Вторая пройдет спокойнее и будет благоприятной для отдыха. Появится возможность повидаться с давними знакомыми, и это вас очень обрадует. Водолей, день отлично подойдет для встречи переговоров, обсуждения тем, которых прежде сложно было коснуться. Сегодня вам удастся подобрать нужные слова, найти подход к людям, с которыми прежде не удавалось поладить. Первая половина дня подходит для привычных занятий. Вы быстро справитесь с ними, затруднений не возникнет. Позже наступит благоприятное время для дел, требующих творческого подхода. Появятся новые идеи, и вы наверняка найдете способ реализовать их. Не исключено, что в этом помогут люди, которые прежде вас не поддерживали. Рыбы, будьте готовы заниматься несколькими делами сразу. Сосредоточиться на чем-то одном сегодня едва ли удастся. Придерживаться плана будет трудно, придется импровизировать. Вначале это может раздражать, но после первых успехов вы настроитесь на позитивный лад, начнете получать удовольствие от происходящего. Вторая половина дня отлично подойдет для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Не придется стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Просто будьте собой, и ваши достоинства не останутся незамеченными.